я люблю тебя. Ирина Кушнер уверена, счастье можно измерить и даже посчитать. В ее случае это цифра 5. 4 сыночка и лапочка-дочка. Маленькая Варе всего 1,5 года. Она настоящая принцесса и долгожданная первая девочка. 3-летний Костя уже показывает свой характер и всегда стоит на защите сестренки. Денис учится в 5-м классе. Его страсть – информатика и технология. Но, как и любой мальчишка, любит удивлять друзей трюками на перекладине. Маме помогаю с уборкой по дому. Это застилать кровать, убирать мусор, подметать и мыть пол, и пылесосить. Стас только пойдет в 3-й класс, а уже знает все об истории не только Беларуси, но и соседних стран. Саше 18. Парень окончил с отличием художественную школу и планирует развиваться дальше. Пример ребята берут с папы, который бросает все силы, чтобы обеспечить семью. С 3-комнатной квартирой помогло государство. Я не представляю, как я даже буду дальше жить, когда они вырастут и просто уедут. Это такое ощущение, что чего-то в доме не хватает, как будто бы чего-то нет. И уже не все совсем в своей тарелке. Без детей уже я не представляю своей жизни. Семья – это самое важное, и дети – это тоже самое важное, что и жизнь. Женский труд оценило и государство. Ирине Кушнер и еще 5 бобруйчанкам вручили орден матери. Большинство героинь сейчас находятся в декретном. Для дам – цветы и слова благодарности. Ведь быть мамой хоть и сложная, но самая прекрасная профессия. Отсутствие выходных и отпуска компенсируют теплые объятия и детский смех. Карина Гуревич, Максим Галенко, Бобруйск, 360.